Всем здравствуйте. Так, Юка, как обычно, мне мешает. Идите, пожалуйста. Сегодня, так, не ходи по подаркам. Сегодня хочу разыграть, как обещала, вот эти вот товары с фикс-прайса. Так как я пока еще, знаете, вот не разобралась с онлайн-трансляцией, как будет лучше, и с мобильным телефоном более-менее, но я не рискнула сейчас именно с мобильного телефона заходить, потому что, ну, вдруг не получится, вдруг опять какая-то фигня, а я, знаете, все-таки обещала и сказала, что я выложу именно результаты розыгрыша где-то часов 8 вечера, и, знаете, как бы раньше я, ну, думала, ладно, как обещала, так и сделаю. Так вот, вот такие, такая кружечка будет, рамочка с прищепочками, ну, я уже как бы показывала, блокнотик, очень симпатично, мне нравится, я надеюсь, кто выиграет, там вот, вот эти вот мои такие подарки пригодятся. Да, хочу сказать большое спасибо за вчерашние, за вчерашнее общение, кто меня поддержал на моих начинаниях. Спасибо вам огромнейшее. О, да, да. По поводу, когда вы меня спрашивали, куда я еще ездила, знаете, я не знаю, я была так... Так, Йока, я была расстроена вот таким качеством съемки, поэтому, как, знаете, не сообразила. Я же еще была в Краснодарском крае, была в Сочи, я была в Туапсе, Джугбе или Джугба, я уже немножко путаю. Новороссийск. Новороссийск меня очень впечатлил, мне понравился, это портовый такой город. Потом была в Прибалтике, была в Таллине, Каунасе, еще в нескольких городах Прибалтики, сейчас я уже название не вспомню. То есть не только то, что я была, но, понятно, в окрестностях Санкт-Петербурга я тоже была. Во всех вот этих вот возможных городах вокруг нас тоже побывала. Вот, поэтому это вот так вот немножечко отошла. Так, я еще раз благодарю, что вчера вот я не ожидала, что хоть кто-то будет на моей трансляции, поэтому спасибо, кто был. Спасибо за поддержку, за вопросы. Ой, все. Так вот, значит, я уже вот открыла страницу свою, скопировала ссылку. Так, вот это программа, через которую я буду искать. Но не я, эта программа будет искать победителей. Вот сюда надо вставить ссылку. Я вставила. Сейчас ставлю. Вот. И, значит, так. 414 просмотров, 107 комментариев, 39 лайков. То есть, тут вы сами понимаете, повторные, там кто-то повторно там писал, это не учитывается. Учитывается только один комментарий от одного человека. Я нажимаю «Мне повезет». Всем удачи. Вон тут, видите, даже видно. Это по ролику. Да, мы с Софочкой желаем вам удачи. Пусть победит действительно тому, кому надо. Ну, сейчас быстро, потому что не так много. О, Флорида Аглетдинова. Так, рада поучаствовать в вашем розыгрыше, подписалась недавно, рада каждой встрече с вами, к сожалению, в фикс-прайсе бываю редко, передвигаюсь с трудом, когда удается добраться до магазина, очень радуюсь, удачи вам. Вот видите, вам удача улыбнулась. Флорида Аглетдинова. Так, сейчас мы к ней зайдем. Сейчас я попытаюсь ей написать. Так, это нет, пожаловаться я не буду. Я на нее подпишусь. Так, 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 так. Канале. Так, это на что? Это на что? А, вот, отправить сообщение. Вот.
я ей отправлю, я не буду сейчас тратить на это время, поэтому я поздравляю Флорида Глетдинову, пусть она мне, ну, я ей напишу, я надеюсь, она мне ответит, и я ей отправлю этот подарок от меня. Поэтому всем спасибо, кто не выиграл. Ну, не огорчайтесь, знаете, я тоже не везучий, никогда нигде не выигрывала, ни в каких конкурсах, никаких розыгрышах, ничего никогда, поэтому был как-то один раз на работе, но это, знаете, это такое вот, ну, а так вообще по жизни, если взять вот такие подобные розыгрыши, никогда ничего не выиграю, поэтому не огорчайтесь, будем надеяться, что это не последний розыгрыш, будут еще, и надеюсь, что повезет. Поэтому всего самого наилучшего, самого доброго, крепкого вам здоровья, не болейте, всех благ. Ну, и, конечно же, до скорых встреч, до свидания.